Опять в глубинах декабря ноктюрн космический звучит. И вифлеемская заря землею свидится, спешит. Мерцает небо нотный стан, а месяц сам басовый ключ. И вот дрожащая звезда к земле протягивает луч. Сияют свечи в долине Млечной. Звезда волшебная дрожит, и в этот вечер младенец вечный в сердца горящие спешит. Зажгу и я свою свечу, гляну на звездный небосклон, и сердцем трепетным взлечу туда, откуда смотрит он. В молчании замер зимний сад, на хрупких веточках берез. Искристой радостью звеня все ждут рассвета льдинки слез. Сияют свечи в долине Млечной, звезда волшебная дрожит. И в этот вечер младенец вечный в сердца горящие спешит. Свеча погасла, ночь прошла, зарей забрежил зимний сад. Но в час рассветный три волхва молчанье вещие хранят. Сияют свечи в долине Млечной, звезда волшебная дрожит. И в этот вечер
младенец вечный. Сердца горящие спешит, сияют свечи в долине млечной. Звезда волшебная дрожит, и в этот вечер младенец вечный в сердца горящие Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Станислав Бартенев. Очень рад всех видеть. То есть я, наверное, никого не вижу, но зато видит все меня. Ну и я тоже как бы душой всех вижу ваших зрителей и желаю им радостного Рождества и света душевного. Спасибо, Господи. Ну, действительно, передачу многие смотрят, и передача нравится людям, православным людям. Сейчас я бывает в поездках каких-то, вот по Кольцу Золотому ездил, в Белоруссию, в Ригу, и смотрят везде. И я знаю, что по всему миру кто-то мне из Швеции даже нет. Отец Анатолий в гостиницу пришел, значит, включаю телевизор, а там отец Анатолий. Ну, телеканал «Союз» есть. Везде свои люди, это же здорово. Это хорошо. Ну, да, просто я говорю о том, что вот телеканал «Союз» его любят, и поэтому... Вот. Слава Богу, что появились такие передачи, да, благодаря которым люди начинают узнавать вот культуру, вот русскую нашу культуру, да, которая исходит прямо из нашей души. Сейчас. Существует. Да. Вот этот пласт существует, и я лично здесь именно по этому поводу, почему пришел на «Союз», именно для сохранения и для его выявления, этого пласта. Да. Это у меня такая внутренняя задача. Это вы видели. Важно. Да. Потому что есть засилие некоторое вот на телевидении. Не того немножко, так сказать, плана. Поэтому должна быть альтернатива. Безусловно. И альтернатива должна быть мощной. Да, и на уровне. И на уровне. Правильно же? Конечно. Ну, даст Бог, все будет нормально. Я смотрю вашу гитарную игру, подачу, вот это все, и думаю, вот это альтернатива. Вот, потому что все на уровне, и прочувствовано, и духовно, и так оно и должно быть. Ну, мы стараемся. Ну, не самодеятельность. Нет, самодеятельность. Самодеятельность. Я люблю самодеятельность. Я оттуда вышел. Потому что это, как говорится, да, профессионалы... Ну, в хорошем смысле. Да, профессионалы построили «Титаник», и он оказался на дне. А самодеятельность построила «Ковчег», и мы сидим здесь. Благодаря этому. Я, кстати, тоже с детства самодеятельность и любил... Вот, на всякие концерты самодеятельные. Нет, такое, вообще все, столько открытий. Все профессиональное, она и самодеятельность. Дети, вот, когда раньше, я помню, мы играли на гитарах, там, электро, русские гитары, Урал, кстати, недавно тоже играл на этих гитарах, была выставка старых инструментов, и было замечательно. Сейчас я иногда, меня зовут, где я учился в школе, школа моя стала носить имя Сергея Есенина. А у меня на Есенина очень много песен, там где-то больше 30. И меня стали приглашать в эту школу. Я спрашиваю, а есть ли у вас ансамбль? Нет ничего. Раньше и духовые инструменты были. Духовой был ансамбль. Эстрадный был ансамбль. Да? То есть самодеятельность какая, хор был. Сейчас этого нет, того нет. Зато у них есть компьютеры, они там что-то вот... Ну, слава богу, у них хотя бы вечера есть там есенинские. Они там читают Есенина, поют песни, и как-то это еще радует. А вот то, что во многих школах сейчас просто упразднилась вот эта самодеятельность, это плохо. Потому что ребятам что-то надо делать. Да? Не только и футбол надо играть, и волейбол, но надо же еще и струны дергать, и хор, и там и кто на дудке. Это развивает все-таки человека. Значит, мы оттуда, да?
да? Ну, я тоже, я из самодеятельности, да, и это... школьный, да. Школьный ансамбль. Да, здравствуй, я самодеятельность. Я до сих пор дружу со всеми участниками своего, конечно, школьного ансамбля. Да, это... Мы встречаемся там, да. When I'm 64. Мы решили встретиться, когда нам будет 64. Да, у клуба, сельского клуба, где мы начинали свою деятельность. Вот, все, да. Бетловская песня, она тоже... Клуб разрушился. Так есть смысл его построить. А идея, да, возродить. Да, возродить. Точно. Или на этом месте построить храм, если там нету рядом никакого. Это тогда совсем мощно будет. Ну, у нас рождественское настроение. Сияют свечи. Вот этот вечер. Да. Все красиво. Кстати, эту песню написал священник. Мой друг Игорь Моисеев. И я вот много песен смотрел о Рождестве. Вот все-таки священник чувствует. Что есть Рождество. Потому что я и сам пытался писать. Думаю, не, вот это замечательная песня. И я знаю, что эта песня уже пою не только я, и еще поют другие артисты. Она уже стала популярной, потому что мелодия, она такая незамысловатая, но очень красивая, рождественская. И уже эта песня звучит во многих городах, это радует. Хорошо, она запоминается и ложится. Да, да. Ну, простая, потому что... Правда, я там, так как он писал «Будучи в деревне», там песня должна звучать где-то минут 10. Я просто много куплетов убрал. А то, ну, деревни там спешить некуда. Я и говорю, да. Сел рождественским вечерочком и поешь себе. Да, да, да. А тут все бегут. Ну да, да. И то она не короткой получилась. Обычно сейчас стандарт 3,5 минуты. А настоящая баллада, она как русский человек, пока он расскажет, это гусли возьмет и расскажет былину, это должно быть все серьезно. Былина по 4 часа будет. Ну вот и я про то вот и говорю. Вот все сидят, открыв рты, слушают, да, что там происходит. Всю историю, там события, да, за событием, все в персонажах, куда пришел, пошел. Вот еще повторяется, что ты запомнил там. Да. Блин, вся история была рассказана. Да. Ну, пришла пора следующей песни. Что у нас будет там? Ой, давайте я спою песню достаточно, может, она избитая. Песня о любви, много о любви песен. Вот мой взгляд. Как-то так. Мерцание дней в разломах времен, в огне и холодном дыму, спасает любовь, не перестает надеяться, верит всему. Она, как всегда, во всем и везде, она ведь всему исток. Она, как слеза, невинна, чиста, любовь вездесущий Бог. Разбойник ее узрел на кресте и с миром вознесся в рай. Блудница ее открыла в себе, как счастье невиданный край. И пусть даже ты, бродяга или вор, в тебе есть ее слеза. Она пусть мала, но с нею душа летит до Всевышних гор. Спасает в этом мире только любовь. Ей нипочем ни смерть, ни холод, ни дождь. Она покров и щит, когда с ней идешь. Бог есть любовь. Она поет, не слышь, еле дыша, но вторят ей все звезды и небеса. И с ней невольно сердцем тихо поешь. Бог есть любовь. Бог есть любовь. Она, как свеча, тихонько горит,
горит тихо, слезы льет о том, что пред ней мы редко стоим, что в сердце холодный лед. Она наша мать, она и отец, в ней вера, надежда и жизнь. С ней правда чиста, чиста наша мысль, любовь, славы вечный венец. Спасает в этом мире только любовь, ей нипочем ни смерть, ни холод, ни дождь. Она покров и щит, когда с ней идешь. Бог есть любовь. Она поет неслышно, еле дыша, но вторят ей все звезды и небеса. И с ней невольно сердцем тихо поешь. Бог есть любовь. Спасает в этом мире только любовь, ей нипочем ни холод, ни дождь. Она покров и щит, когда с ней идешь. Бог есть любовь. Она поет неслышно, еле дыша, но вторят ей все звезды и небеса. И с ней невольно сердцем тихо поешь. Бог есть любовь. Бог есть любовь. Ну, как-то вот так. Не мальчик, один мальчик услышал, увидел, как я играю на гитаре недавно. Концерт был, и он участвовал вместе со мной. Ага. Они там моряки были, они яблочко танцевали. И он увидел, я на гитаре играю, подходит, отец Анатолий, покажите мне самый сложный аккорд. О, как интересно. Да. Я говорю, ну, они все для тебя сложные по одному, для меня по-другому. Вот. Он говорит, ну, мне нужен самый сложный. Я говорю, я пока не могу ответить. Но я сегодня увидел. Да? Да. На гитаре. Ну, может быть, но обычно... Надо мальчика, да. Да, сложный самый аккорд, а обычно у мальчиков не получается. Надо барре брать. Ну, да, есть такой барре, а можно барре вот этим пальцем. Да, да. Это там, допустим, D9. Я вот так говорю, тоже так говорю, да. Так, да. Да, 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 да. А самый сложный еще сюда палец. Ага. Али 2, а то еще через этот. Да, да, вообще такие. Ну, так... ну вот мальчику надо было что-то показать. Да, и у него будет задача, и он начнет с простого. Он стал за мной ходить. Да. Никита его зовут. Отец Анатолий, я хочу играть на гитаре. Я пришлось ему гитару подарить для этого дела. Ну, это слава богу, потому что... Ну, я сказал ему так. Ага. Я тебе даю гитару. Если ты научишься и будешь учиться играть, я тебе ее отдам. А если нет, я у тебя ее заберу обратно. Хороший стимул. Все, он побежал там... Так у меня в детстве так и началось. Я прохожу подъезды, такие пятиэтажечки, все вот эти вот хрущевки, там звук такой, все. И ребята там во дворе. С продвижком, там как-то какие-то песни, там «Мир не прост» совсем. Потом что-то там из «Битлз», что-то это. Я так прохожу, я такой, мне вот этот звук гитары, вот это... И для меня все, фантастика, я поплыл. А потом я засыпаю, а ночью ребята там, то гитара, она то ударный инструмент, да, то она такая. Такая и пронзающая, и как-то вот это все задело и мою душу. Да, вот. Я думаю, нам надо еще одну передачу писать. Наша-то стремительно заканчивается, а я еще не спел. Хотел подарить песню и прошу, может, подыграть. Да, мы сейчас попробуем. Да.
Давным-давно мне ветер напевал мелодии веселые, простые, а я друзьям мелодии играл и думал, что друзья мои святые. Одна из них мелодия была прекраснее цветов земного сада. Она во мне дышала и цвела, души моей награда и отрада. Но шли года, осенняя листва навеяла мне новые напевы, а в них звучат печальные слова. Друзья мои единственные, где вы? Страстей моих холодная зола и белым снегом сад мой запорошен. Давным-давно мелодия была о чем-то добром, светлом и хорошем. Песня. Что-то мне навеяло. Иногда да. Я запланировал одну песню спеть, ну, показать, сказать, свое прошлое, можно сказать, как я играл. Так вот для этого мальчика, конечно, когда, наверное, услышала эту песню, тут такие аккорды, которые действительно трогают, и каждый гитарист поймет, это не три блатных аккорда. Хотя в них тоже есть своя прелесть. Это все-таки Святая Троица для начинающего гитариста. Но... Я просто себя вспомнил. Замечательная песня. Мажор. Мне кажется, что на небе нет минора. Там только мажор. Хорошая мысль. Да-да. И, ну, я просто так думаю. Минор на земле, на небе да, мажор. Потому что изначально все-таки, наверное, была мажорная пентатоника. Вот так вот, если говорить как по музыкальным моментам, откуда что происходит. И этот мажор, так как вот все красиво и хорошо, рай. И он всегда он звучит как красиво. Вот как китайская, там погода хорошая. Она, вот, и оно вот, а когда вот там Сибирь, север, смерть, начинается минор. Вот, то есть, трагедия. Грех, может быть, грех вошел как диссонанс? Да, как диссонанс. Как диссонанс в мелодию, вот, да, вот райскую мелодию, грех как диссонанс. Да. И поэтому, наверное, все-таки вот на небе все... Ну, да, неустройство в жизни. Да, неустройство в жизни. А мажор, он такой... А может, даже не мажор, а как в рок-музыке. Одни чистые квинты и кварты. Да. Просто вот они вот так вот передвигаются, как грузинское пение, да, там... Вот, вот они в горах поют, там же небо, и оно вот такое, прям чистота. Квинты, они чистоту придают, да, прозрачность. Да. Вот, наверное, так. Квинты, да. Да. Немножко не строю гитару. Так что это интересно. Да, интересная теория. Да, да, ну нет, это вот сейчас пришло в голову после этой песни. Угу. Так что есть смысл написать на эту тему еще одну песню. Вот, ну, хотелось бы еще тоже побольше песен хотелось бы услышать. Да, я сейчас пою, я как-то часто выступал среди солдат и сам бывал и в чеченской войне, ну, как и музыкант, я выступал перед солдатами, которые ходили на сражения, приходили, и я помню, и полковник нас встречал, потом раз, оказывается, его снайпер убил, он уже нас не провожал. И недавно, ну, как недавно,
вот когда вся вот эта заваруха началась, я один из первых музыкантов поехал в Донбасс и выступал, вот когда там разруха, и среди, вот тоже со свечами, вот так, госпиталь, военные, электричества нет, вот как вот мы сейчас сидим, но у нас, правда, есть электричество. Вот, но и поэтому тоже такая, может быть, песня, как-то так вот про русский флаг. А здесь проучаствовали... Она там звучала, да, эта песня? Нет, она потом появилась. Потом появилась. Да, там... По ассоциации? Да, да, ну, чтобы так поддержать наших воинов, потому что иногда нужны такие браурные песни. А тут русский стяг, и на нем надпись, я увидел, и из этой песни появилась... из этой надписи появилась песня, где проучаствовали и Тютчев, и Есенин, и я, и Савинов, в общем, все... Ты опять всех притянул. Великие русские поэты. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать. В Россию можно только верить. Гой ты, Русь моя родная, хаты в ризах образа, не видать конца и края, только синь сосет глаза. Если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою, я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Мы русские, и пусть навек запомнит враг, что лишь тогда встаем мы на колени, когда целуем русский флаг. Сколько в слове тайн Россия, и роса, и небо синь, широта и рода сила, все в нем есть, любовь и жизнь. И пускай смеется ворог, как вместить любовь Руси, как вместить величие Бога, если нет в душе стези, как вместить величие Бога, если нет в душе стези. Мы русские, и пусть навек запомнит враг, что лишь тогда встаем мы на колени, когда целуем русский флаг. Коль гулять так без оглядки, воевать так до конца, это русские порядки, прадедов совет отца. Внемлю всюду чутким слухом, как прославлен русский бог, это значит русским духом с головы я и до ног, это значит русским духом с головы я и до ног. Мы русские, и пусть навек запомнит враг, что лишь тогда встаем мы на колени, когда целуем русский флаг. Мы русские, и пусть навек запомнит враг, что лишь тогда встаем мы на колени, когда
поцелуем русский флаг.